Ну как, ты упаковал вещи? Мой багаж в машине. Я расплатился в мотеле, купил обратный билет. Кстати, есть билеты для тебя. Бен, только послушай меня. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Если хочешь, я могу повторить снова. Но я еще не все сказал тебе. Я могу вернуться в Sunset Beach без тебя и даже смогу устроить свою жизнь без тебя. Но каждый день я буду думать о тебе. И мне будет казаться, что мы упустили то, что многие люди не испытывают за всю жизнь. Я знаю. И ты по-прежнему хочешь, чтобы я уехал? Ты готова отказаться от любви, от настоящей, искренней, страстной любви? Каждый имеет право на второй шанс, Мэг. Я говорю не о себе, а о тебе. Возвращайся со мной в Sunset Beach. Вернись и дай мне возможность доказать тебе, что ты правильно поступила, приехав туда. Я так же, как и ты, Бен, хочу, чтобы у нас все получилось. Тогда что же тебе мешает? Я боюсь. Знаю. Я тоже боюсь. Но я готов рискнуть. А ты, очевидно, нет. Я буду всегда любить тебя, Майк. До свидания, Бен.